Здрасте всем, кого не видел, с вами Ультра, и сегодня покажу, как построить заминированную печку. Вообще, давай с полезным. Потребуется, чтобы разобраться с обидчиком, не оставляя следов, но есть одна проблема. Придется поковыряться в его доме, но обычно на серверах без привата или на домах нубов это не является проблемой. Давайте к делу. Требуется липкий поршень, обычный поршень, красный факел, блок редстоуна, несколько блоков, ну, двух хватит. Вообще сойдет любой. Земля там. Естественно, не пойдут стекло, ступеньки и полублоки. Редстоун. 15 кусков хватит за глаза. Динамит. Пропорционально вашему желанию отомстить. И топливо, и то, что мы собираемся плавить. Вообще, жертва должна сделать это за нас. Это же ее проблема. Итак, давайте посмотрим. Нам нужно удалить блок за печкой и поставить вместо него липкий поршень. Да, вот тот блок. Пихаем. Вот здесь местность лучше почистить. Ставим сюда блок, сюда красный факел, сюда сыплем редстоун. Наша задача — поставить точно над факелом обычный поршень. Теперь пихаем сюда блок красной пыли. Все. Сенсор готов. Сенсором давления будет выступать липкий поршень. Теперь наша задача — поместить динамит на место. А место ему как раз таки здесь. Для этого копаем вот такой туннельчик. Здесь расстояние в один блок обязательно. Иначе бабахнет раньше времени. И делаем вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. И раз. Далее. Выкапываем дырку. Я остановлюсь на такой. И заполняем ее динамитом. Можно просто вот тут блок поставить. Теперь вылезаем отсюда к чертям. И закапываем. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Ну, кроме нас, разумеется. А теперь представьте ситуацию. Вы вечером вернулись домой. Заходите, вам нужно пережарить железо. Угля и железки. Странный звук и... непонятно. Что это было? Хотя, у вас уже не будет времени об этом думать, поскольку у того, кто стоял возле печки, очень и очень мало шансов выжить. Для пущей верности можно поставить один динамит, но налить туда лавы. Или попасть к этим милым созданиям, которые еще круче сделают. Ну вот, собственно, и все. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, присылайте свои вопросы на Ask.fm. До скорого!